Когда Петруха увидел, что угоняют машину соседа, он не растерялся, быстро выбежал на улицу и поставил свою машину на освободившееся место. Если есть что-то еще бесконечное, кроме космоса, то это списки мультфильмов, которые надо посмотреть, и книг, которые надо прочитать. Смотри, Владимировна, военные. Ага, сейчас остановятся, будут полчаса разглядывать карту, а потом подойдут и дорогу спросят. 17:55. Решил, что я толстый. 18:00. Дал себе обещание. Вечером мне есть, что бы ни случилось. 22:00. Случилось. На попытку подколоть продавщицу, чтобы она выбрала селедку только с икрой, был получен ответ. Я ей что, УЗИ делать буду, что ли? Что подарить тебе на Новый год? Да, подари, что хочешь. Главное, чтоб мех красиво отражался в серьгах с бриллиантом. Зачем депутатам зарплата 800 тысяч рублей, если они утверждают, что можно запросто прожить за 7 тысяч? Приехали иностранцы в Россию и решили сходить в лес. В лесу они встретили медведя и начали убегать. А на их дороге отдыхали русские. Там выпивали, закусывали. Убегающие от медведя иностранцы это все случайно раскидали и побежали дальше. Русские не поняли и погнались за ними. Догнали, отмутузили, потом возвратились, один говорит другому: «Слышь, Петруха, вот этот иностранец, который был в шубе, неплохо держался». Давайте выпьем за тех, кого с нами нету. Давайте, и давай побыстрее, пока они не пришли. Ненавижу, когда в рецепте пишут: выпекайте до полной готовности. Откуда я знаю, когда будет готово? Ну ты этот рецепт готовил, напиши там примерно 45-50 минут. А я же не знаю. И подбегаю, открываю каждый раз, через каждые 3 минуты. И проверяю, что там, пока себе брови не спалю. Сегодня я папулька-японка, и зовут меня Комуто Хировато. Одиннадцатиклассник, умудрившийся пронести на ЕГЭ смартфон, зачислен досрочно и без экзаменов в таможенную академию. Решил подарить девушке киндер-сюрприз. Купил первый попавшийся. Однако там внутри оказалось кольцо. Конечно, игрушечное, но она оправдывалась. Подумала, что это я решил намекнуть. Мне конец. Смотри, смотри, на моей руке кошечка лежит, лечит меня. Первый раз слышу, чтобы кошечки лечили от алкоголизма. Подписываемся, кликаем на колокольчик.